теперь я в медсанбате на кровати, весь в бинтах. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Дорога в дороге Мас, который по уши увяз, в кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричала, зло берет назад, 500 вперед, а он зубами тарит саблями стучит. Надломился ее душа, оборвалась я. Мне очень-очень не хватает вас, хочу увидеть милые мне рожи. Еще без горлышка, с остатку и не евший, а как стекло был, то есть остекленевший. В общем, так они вчера пробьются в антилопу. Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь, я не уеду. Владимир Высоцкий. Где твои 17 лет на большом колене? А где твои 17 лет на большом колене? А где твой черный пистолет? А где тебя сегодня нет? Я получила большое эстетическое удовольствие. Мне очень понравилось, как организован был концерт, как хорошо, со вкусом, тонко простроена программа, какие замечательные исполнители. Каждый имеет свое лицо, свое видение Высоцкого, свое прочувствование Высоцкого. Мне очень понравился ведущий, организатор этого мероприятия Роман. Все, что он говорил, было уместно, все было сказано красивым литературным языком. Он умеет держать зал, и все, кто присутствовал на сегодняшнем концерте, что-то открыть для себя новое в творчестве Высоцкого.